Краткое содержание сказки «Дудочка и кувшинчик» Валентина Катаева. Если в двух словах, то «Дудочка и кувшинчик» – это поучительная сказка, в которой маленькая лентяйка Женя на собственном опыте поняла, как важно быть трудолюбивым и настойчивым человеком. А теперь немного подробнее. Как-то раз девочка Женя отправилась со своими родителями и братом в лес собирать ягоды. Мама дала ей кувшинчик и показала полянку, богато усеянную спелыми ягодами. Женя прошлась по полянке, но так ничего и не увидела. Она пожаловалась родителям на пустую полянку, а папа посоветовал девочке не лениться и нагибаться пониже, ведь ягодки прятались под листьями. Женя вернулась к полянке, села на корточки, приподняла листья и действительно увидела много спелых ягод. Она принялась их собирать, но вскоре устала и отправилась на поиски другой полянки, такой, где ягоды бы сверху росли. Девочка присела на пенек, и тут неожиданно перед ней возник бородатый старичок, Боровик, начальник над всеми ягодами и грибами. Услышав жалобы Жени, он предложил ей воспользоваться волшебной дудочкой. Если на ней сыграть, все ягодки вмиг покажутся из-под листьев. Вот только в обмен Боровик попросил дать ему кувшинчик. Женя радостно согласилась и бросилась к полянке играть на волшебной дудочке. Ягод показалось видимо-невидимо, вот только собрать их было не во что. Женя вернулась к Боровику, отдала ему дудочку, а сама взяла кувшинчик. Пришла на полянку, а все ягоды уже успели скрыться под густой листвой. Женя вновь пришла к Боровику и попросила дать ей одновременно и кувшинчик, и дудочку, но тот наотрез отказался. Он назвал Женю лентяйкой и скрылся под землей. Делать было нечего, Женя вернулась на полянку и стала собирать ягоды, как все. Она собрала полный кувшинчик, и родители ее похвалили. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.